И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима, Покемон, Кэт Макс, Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника», карта у нас FNAF 2, Серега у нас злой аниматроник. Если пьете и кушаете, давайте. Приятного аппетита, а мы начинаем. Знаешь, такое ощущение, что ты у соседа забор украл. Кусок дерева. Он, знаешь, он крышу Дима сложил, а я у него взял и стырил. Да нет, кусок сарая выломал, думает, буду двери делать. Кусок от крыши стырил Дима. Все нормально, все четко. Так, сейчас мы что-то сделаем. А что мы будем делать? Калитку. Так. Ты сделаешь как в Ламборгини или как ты сделаешь? На тяге. Давай, тяга трусов. Нет, не трусины, не такие, смотри. Не трусины? Ну да. А какие трусы? Это подтяжки. Волшебные какие-то, Димас. Это значит подтяжки для трусов. Волшебство какое-то. Так, что мы тут? Вот сюда. Вот так вот. Вот сюда вот так вот. Во. Ну что, получается? Во. Ну вроде как да. Красавчик. Ой-ой-ой. Блин, там кто-то ходит, Димон уже. Там Серега все кнопки нажал, что ли? О, давай, бульбашки нам тут. А чё на не тяги? Не тяги нема. Во. Блин, это какая-то калитка убийц. О, Димон, это очень... Это очень круто. Маринетка прыгла на нее в лицо и ушла. У тебя тоже такое было? Не, у меня лично не было. Скримера? О, Серега, привет, я тебя знаю. Ты Серега. Подожди. Нет, не жди. Блин. Съел меня. Так, 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 мы зашкерились потихонечку. Димон, а я живой. Во, а я ожил чуть-чуть. Давай быстренько. А можно не чуть-чуть ожить? Все, пацаны, я заныкался, вы как хотите. Блин, он кого-то мочит постоянно. Ничего, да отвали! Блин, Димон, он за мной лезет! Заходи, залетай ко мне. Я бегу, я бегу! Да он меня, короче, вентиляцию залез и за жопу укусил. Вот засранец. Я не ожидал, что ты там будешь. А где ты думал, я буду сидеть? Конечно же, я как на крысу всегда в вентиляции сижу. Заходите. Волшебство. Ой. Кто-то посрочек вписал. Да нормально. Он! Димон, ты это двери саму. А ну давай меня только чуть-чуть. А, да не, а нельзя чуть-чуть, только вот так крышка унитаза можешь. Только так, Дима, столько. Короче, если что, кричите, я закрываюсь. Ты сможешь аниматроника так прихлопнуть, да, немножко, и он может умереть. Чё ты за кислотой кидаешь? А ты можешь попробовать Кэт Макс пройти? Я знаю, что, ребята. Тебе, если что, посмертная медаль дадут. Нам нужно ловушки делать. На полу не поставишь. А, поставишь? Давай, Димончик, кидай. Смотри, смотри, ловушку туда кинем. Он же ужит, слышишь? Значит, он где-то ходит. Ой, ой. Так, я вижу, Кэт Макс там. Так, мы сделали пока ловушку для аниматроника. Может какой-то мод? А чё мне столом по башке хотела дать? А как это? Чё это такое? У нас теперь тут еще один стол. Я такого еще не видал. Дима, только дверью меня не убей. А чё стол мешает нам закрывать? Я не знаю, откуда он... О, откуда они вообще взялись эти столы жирные? Такая музыка, офигенно. Я аж дернулся чуть-чуть. Он у нас был. Открысеныш. Прикинь, засранец попал прямо в нашу эту штучку. В наше логово охранников попал. Логово охранников. Мы там рождаемся. Рождает охранников там. Так, я пока побегу. На разведку пошли, Димон. Пошли, пошли. Ой. Ой. С Кэт Максом. О, Манглиха. Привет. Ай-яй-яй. А кто нас убил? Сережно! Да, засрано. Так, так, так. Не трогай нас, пожалуйста, мы добрые. Я злой. На. Злющий охранник мстит, а? Ого! Давайте. Димас, тебе так, тоже так, дать, пацаны, там? Он нападает, я слышу. А чё ты спрятался? А я не могу бояться. О, я боюсь. На, ракету, сражайся за нашу родину. У нас защита от аниматроника. Он орёт, здесь ходит. Кто-то с ножиком ходит там. Самурай какой-то. Кэт Макс убил Робби, красава.
Че, ножиком что ли можно аниматроника чикнуть? А, он когда в этом режиме может любого убить с одного раза. О, Димон, давай запилим как-то режим маньяк. Давай. Пока что мы защищаем пиццерию. Это какая пиццерия? FNAF 2, FNAF да? 2. FNAF 2 с половиной. О, Димон, ты красава. Это обсидиан, что ли? Обсидиан, да. О, давай портал запилим. Ват? А куда еще ты можешь делать? Давай в рай. Не, только ват умею. Блин! Так, давайте строим портал в водище. А тут есть такая штука, которую поджечь можно? Не знаю. Нету зажигалки, наверное. Нет, а Димон, Димон, размер можно любой. Во, все. Давай, поджигай. Не, не работает? Нет. А что-то другое, значит. Что у нас есть такое огненное? Баллон боем надо туда кинуть. Я не знаю, у нас есть... У нас что есть? У меня есть... Сюда забежать, сейчас я возьму. Огненная пушка огненная. Только я пока не могу найти, где такие огненные. Да, что такое, оно? Не, Дима, тоже штука не работает. Какая-то фигня вообще. Ничего не работает. Это затишье. А где огнеметы ты делся? Не знаю, там кто-то ходит уже. Димон, убеги! Убеги! Закрой калитку! На! Димон, ты красава, успел! Чё тебе надо? У меня дома аниматроник. Дверь мне запилил. Мощная. Дробовики называется. Давай. Винчестер, они классно на пальце крутятся, когда ты стреляешь. Чё-то ты мне не выдал ничего. Выдал, выдал. Ты себе выдал. Ты во. Тебе тоже. Во, Димончик, красава. Ну ничего себе. Димон, надо крутит. Обсидиан удалить. Обсидиан? Мешает, да? Чё, с дробаша обсидиан нельзя загасить? Обсидиан надо алмазный кирк. У нас есть алмазный? Опа, Да отвали ты! Фонариком свети в башкенсию. Свети ему глазище. На тебе, на! Мочи, мочи его в дырку, залазь отсюда уже. Давай я ему удалю, пусть валит. Побежали за ним! Ай-яй-яй, friendly fire. Не-не-не, это не я, Димас, это кто-то еще один аниматроник тебя убил. Понял. А! Уйди! Зубастый деревяшка. Нет, пацаны, тут надо доставать пример. Димончик там начинает строчить. Разозлился, да? Блин, он еще злее, чем я, походу. Так, что нам делать? Так, сейчас я тебе скажу точно. Ничего. О, Димон, есть кирпичи. Не, ладно, кирпичи потом будем делать. Нано. Ну я просто больше выхода альтернативного не нашел, поэтому как-то так. С этой стороны. О, обсидиан, кстати, можно разрушить. А, так админский пистолет, ничего себе. Все, открыли охоту. Никто не пройдет, ни один аниматроник не сможет это сделать. Смотрите, а что это за оружие? А где ты взял? А. Ай, скэтмах, зачем ты подошел так близко? Гори, гори ясно, чтобы жопа не погасла. Ха-ха, аниматроник. Угу. Ну чё, кто еще? Ай, Димас, что ты сделал? Пушка. Какая? Которая превращает аниматроника в куклу, смотри. Давай. Надо только аниматроника найти. Ща. Если он придет, то он получит. Вот он. Мочи. Не, Димас, на него не работает. Это террорный аниматроник. Понял. Видимая жопа. Жопу подпалил. Так, где мое оружие козырное? Так, сейчас. Так, я слышу какой-то звук. Это я С4 закладываю. Ого, что это случилось? Что произошло? Это я говно использовал. Какое-то. С музыкой. И я, короче, использовал одно говно. Под названием ядерная бомба.
И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!